Отойди от машины. От машины отойди. Сейчас отойду. От машины отойди, здесь зеленая зона. Что? Здесь зеленая зона. О, еще одни. Я видео пишу. Ребята, зеленая зона — это вон трава на лужайке. Да, вот посмотрим. Посмотрим. Что посмотрим-то? Давай, давай, ломай. Зачем мне ломать? Это мой авто. Это твой, ну, открой мне его. Хорошо. Я вызвал копов. Давай, ломай. Каких ломай, копов? Ломай. Каких копов, гражданин, вы вызвали? Обыкновенных. Давай, давай, ломай. Он... Извините, конечно, но на острове на данный момент нету полицейских. Да? Гражданин, вот, перед вами открываю авто, закрываю авто. Вам легче от этого? И я открываю, и закрываю. Ну-ка, откройте, закройте. Ой, какой ужас-то, а? Это авто моего друга. Странные дела, странные. Это авто моего друга, какого взяли в заложники. А он какой-то неадекватный. Со мной поедете, граждане? Боже, чувак, это не твоя машина. Зачем вы под колеса лезете? Ну, будет моя. Перебью, будет моя. Что классная делать? Машина. Оставь машину, это не твоя машина. Ты ее украл в зеленой зоне. Ребята, зеленая зона слева от вас. Лужайка. Давай, гараж, давай. Это зеленая зона. Гражданин, отойдите от авто. Я сейчас поеду вперед. Гражданин, отойдите от авто. На счет три я еду вперед. Ну так бы сразу. Ребят, ну сядьте в машину, я вас подкину, если вам надо. Зачем мне выйти из машины? Выйди из машины. Ой, блядь. Почему вы меня доводите, а? Это наша машина. Я буду стрелять. Покиньте. Покиньте авто. Это не твоя машина. Ты банк хочешь, чувак? Что я хочу еще раз? Это не твоя машина. Ой, а что это там случилось-то с вашим химтом? Сейчас, ребята. Сейчас базарю, вылажу видео. Да делайте, что хотите. А, это вы же гражданин, да? Сейчас я к вам приеду на своем авто лично. Ага. Гражданин, если у вас есть какие-то отмычки, можете взломать вот этот вот хемт и отвести его в сторону, так как он мешает достать автомобиль. Хорошо. Я не буду вам препятствовать. Ну чё, гаврики? Чувак, тебе тупо бан светит. Что плачет мне светит? Ужас просто какой. Тупо плачет по тебе. Да.
Да. Я не знаю, что такое бан, ребята. Ну, вот не пугайте увидишь. Меня своими заморскими словцами. Вот увидишь. Вам паспорт-то показать, может быть, представиться нужно? Ну, представься. Вот, я вообще вот. Не знаю, что это. Смотрите, смотрите. Там, где ну, и было. Молодец, а правила ты читал? Какие правила? Ребята, это жизнь. Вот и вам я могу показать свой отлично, паспорт. Отлично. А то я ты как бы знаю ваши права, имена, а вы нет мои. Игры. Какой игры? Понятие, гражданин, какой есть, игры? Вы мне скажите, в какие игры вы играете? Все, Лёха, давай на форум. Уже заебали вот эти дауны. Давай, все, кидай заявку. Гражданин, завтра не надо в мой адрес оскорбления будет, какие-то делать. А я никому не оскорбляю, потому что вы так неправильно. Вы, по-моему, в мой адрес сказали слово даун. Даун самый настоящий. Ты портишь гражданин. Игры. Гражданин. Я не гражданин. Нахуй пошел. В смысле вы не гражданин? Я с тобой базарить даже не буду. Я все, я вас понял. 15 минут не можешь держать. Я понял вас. Я тоже не хочу с вами говорить. Я вас предупреждал. А есть отмычки у вас еще или нет? А зачем вам нужны отмычки? Вы не можете в гараж попасть? Вам мешает грузовик тот, да? Ну, я хотел даже его на себя перебить. Нет, гражданин, перебивать не нужно. То данные граждане, я думаю, будут плакать. А просто отогнать, как бы да, можно. Я вам дам отмычки. Ну ладно, давайте хотя бы гоню. Вот, возьмите. Спасибо. А то я тоже машину не могу это какую из гаража достать. А после того, как перегоните, пожалуйста, закройте авто и оставьте его в стороне. Хорошо. Можно вас ваш паспорт посмотреть? Все, спасибо. Гражданин Сли, вы хотите со мной пообщаться? О чем с вами общаться? О данном непонимании, которое у нас произошло. Ну, я думаю, данное непонимание будет разбираться уже не нами. А кем же? Мы вот в данный момент на этой дороге стою я и вы. Больше никого, к сожалению, к вашему. Ну, увидите. Ну, так давайте, может быть, обсудим данный момент. Будет составлено на вас заявление. Какое заявление? Туда, куда надо. В полицию, что ли? Не только. А кто у нас там? Мужик, из кустов выходи. Я не хочу стрелять, выйди из куста. Мужик, стой. Какие же вы боязливые. Просто наглым образом нарушаете все законы Аутиса. Я... Какие законы я нарушаю? А, вон, да, извините. Откройте чат и посмотрите, что только что было кинуто одному игроку. Что открыть? Ничего. Гражданин, я не причиню вам никакого вреда с пистолетом, который бегает. Можете не беспокоиться. Я не знаю, о чем вы все время говорите. Вы меня уже держите больше 15 минут, не предъявляя никаких требований. Что вы от меня хотите? Так, это вы меня догоняли, я просто хотел спокойно уехать. Я, по-моему, я вас... Я хотел забрать свою машину и уехать. Это не ваша машина. Машина... Кто вам сказал, что это не моя машина? Потому что это машина вон того данного гражданина, который сейчас, к сожалению, лежит на дороге мертвый. За свой грязный язык. Ну, а какой... А он эту... Я вас не слышал. Еще раз повторите последнюю фразу. Говорю, этот автомобиль был куплен моим другом мне. И какое вы право имеете распоряжаться чужой собственностью? Ну как вам сказать? Гражданин не шел со мной на контакт. Я попросил, подошел, попросил показать документы его всего лишь-то. Но в итоге как бы данный гражданин не хотел со мной говорить. Он просто сидел и смотрел на меня. А когда же его насильно высадили из авто, он начал кричать что-то невнятное, непонятное.
и потом каким-то образом просто вылез из моей машины и куда-то делся с острова. То есть я что его не значит, мог найти. Вылез из вашей машины? Ну, вот так. То есть он пропал из моей машины. Я не знаю, может быть, он маг какой-то, волшебник. Может быть, вы мне откроете секрет его чудесного местонахождения на то время. Как я вам могу открыть какие-то секреты, если я даже вас на данный момент не вижу? Ну зачем? Давайте, давайте, вы посмотрите на меня. Вам легче, наверное, станет. Нет, не станет. Так, ну, ваш грузовик... Вы держите меня 15 минут, не предъявляя никаких требований. Забрали у нас наш автомобиль. При этом ваш автомобиль стоит рядышком с вами. Убили человека. Просто... На черте города. Черта города. Ну, черта города. В черте города очень часто происходят какие-то боевые действия. И, ну да, полиция это наказуемо, не спорю. Она ловит преступников, сажает в тюрьму, ну, хорошо, да. А по закону Малтиса вы считаете, что воровать машины прямо возле гаража, это естественно и можно такое делать, да? Да, это возможно. Ну, конечно, это запрещено законами Малтиса, понимаете? Полиции я буду наказан, полиции я буду наказан. Меня отправят в тюрьму за это, а может быть еще и убьют. Но мне не привыкать, меня душегубом называют. Но это так. Ну, я еще раз повторю, вы меня держите больше 15 минут, не выдвигая никаких требований. Что гражданин, вы сами кидались под грузовик, в котором я ехал, садились в него. Когда я спросил вас, может быть, подвезти, вы сели в него после этого. Так что вы от меня хотели? Забрать свой транспорт, который принадлежит мне. Гражданин, вы не сидели в нем на тот момент. В нем сидел ваш друг. Ваш, я не знаю. Почему вы тогда сели и забрали транспорт? Ну, потому что данный гражданин не ценит свою жизнь. Он под дулом автомата отказывался выйти из авто, пока его насильно оттуда не вытащили. А вы уверены, что он на тот момент вас слышал? Конечно, уверен, да. Я стоял около его окна и кричал ему. А потом я еще ему минуту кричал. И он делал такой вид, что он ничего не слышал. Что значит делал такой вид, что он ничего не слышал? Ну, а я откуда знаю? Спросили бы у своего друга, пока он был жив. Ну, я вам еще раз говорю, у вашего друга очень неадекватное поведение. Может, на данный момент человеку стало плохо, ему заложило уши, вы откуда знаете? Ну так, и глаза ему одновременно тоже заложило, да? Он не видит около своего авто человека, который нацелил на него автомат, да? А вдруг он уснул? Ну, я видел, у него были открыты глаза, как он мог спать с открытыми глазами. Ну, вот так, в армии научился с открытыми глазами спать. В армии этому не учат, к сожалению. В армии многому чему не учат, но в итоге научишься. Я не знаю, в какой армии вы служили, но в нашей этому не учили. И не заставляли этому научиться. Ну я же говорю, в армии ничему не учат, в армии всему учишься сам. Я понимаю, что ваш друг маг и волшебник, вот, но это его нисколько не оправдывает. Он, как видите, смертен. А вы, я как вижу, глуп. Ну как вам сказать, да по-моему нет. Это опять ну, же ваше по-вашему, да. Ну, это мое субъективное мнение и ваше. Так что можете оставить его при себе. Но факт остается фактом. Человек ваше мнение не является фактом. Не путайте. А ваше является, да? Опять же, не путайте, я такого не говорил. То есть считайте, что вот если у вас автомат в руках, то вот все, вот, все рабы, а я, блядь, бог, могу распоряжаться всем, чем хочу, да?
ну не всем, чем хочу, но человеком, на которого я наставил дуло автомата, ну да, в какой-то степени я им могу распоряжаться. Так, а если он спал, он вас не слышал, вы начинаете нести какую-то дверь. Я подошел и кричал. Я кричал. Да, он вам ответил. У человека крепкий сон, что вы хотите? Он вас не слышал. Я еще раз говорю, глаза у него были открыты. Ну, может, вам показалось. Мне не показалось. Что мы с вами будем делать-то, гражданин? Что вы от меня хотите? Да даже не знаю, вы вроде бы не грубиян, как ваш друг. По-моему, каким-то волшебством не обладаете. Жечь вас не будем. А мне терять нечего. Как-то вам терять нечего? Ваша жизнь бесценна. Ну вот так вот. Что же вы так не цените свою жизнь, гражданин? Жизнь такая. Нормальная у вас жизнь, судя по вашим автомобилям, КамАЗам. Вы вообще видели, на чем я сюда приехал? Какой КамАЗ? Ну, гражданин, понимаете, у нас в стране, как бы на нашем острове, многие олигархи тоже ездят на таком говне. Вот, это просто прикрытие. Да. То есть вы считаете, что я олигарх? Я ничего не считаю, я просто вам привел пример. Ладно, идемте, я вас отпущу. Что мне с вас взять? Нам полиции так и нет. Не друг ли ваш? Я не знаю, у меня голова развернута, я ничего не вижу. Друг ваш, смотрите, прибежал. За своей машиной, правильно. Может быть, вы друга-то заберете? Гражданин, друга заберете? Дела.